Для приготовления куличей соединяем сахар, ванильный сахар и желтки. Перетираем все с помощью миксера. Добавляем размягченное сливочное масло, теплое молоко, цедру апельсина и пару веточек шафрана. В муку всыпаем дрожжи и соль. Все хорошо перемешиваем. Теперь можно замешивать тесто. Тесто накрываем полотенцем и убираем в теплое место на пару часов. Затем снова вымешиваем на столе и снова убираем на час. В третий раз расстилаем тесто на столе, добавляем изюм и снова месим 7-10 минут. Даем тесту подойти еще раз, примерно 40 минут. Наносим глазурь на остывшие куличи. Приятного аппетита и с наступающим праздником!